это добавка к всяким, ну, к еде. Она сладкая, вкусная, когда добавляют блины, пироги, еще творожники. Его потребляют в пищу, что-то намазать, потом покушать, если нет чего-то другого, такого вкусного, намазать, то используют это вот кушанье. Это как варенье, но оно чуть гуще, чем варенье. Но его обычно делают из ягод, из фруктов. Его делают из фруктов, ягод. Это как начинка, может, в пирогах там. Например, из клубники, абрикоса, ягоды, вишни, яблока. Его можно пить с чаем или есть просто. Намазывают на хлеб, допустим, едят. Находится либо в банке, либо в упаковке. Его мажут, а потом ножиком смазывают, чтобы получился такой бутерброд. Джем. 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 Джем.